Всем привет, вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим продолжение эпичной битвы. В прошлый раз мы смотрели, как бьются самые лучшие герои, а теперь, как бьются плохие парни. Это суперзлодейская мочиловая. Эпичная битва супергероев была по-настоящему великолепно сделана, анимация просто взрывала мозг, количество персонажей просто поражало, серьезно, наверное, какой-нибудь гик просто забился в уголок и плакал от счастья, потому что... Это было просто великолепно. Ну что ж, давайте заценим, как плохие парни бьются. Поехали. 3, 2, 1. Погнали. Проснись, воин. Тут у нас еще не только плохие парни, но и девчонки. Кто это сказал? Где моя одежда? Одевай свою униформу и иди на арену. Что ж, надеюсь, ты насмотрелся на меня, дружок, потому что ты больше никогда не увидишь эту напичканную химикатами задницу. Да уж. Подожди. И сфоткал. У меня слишком много аксессуаров. Блин, начинается все так же, как и это, в предыдущей серии. Это меньше и меньше напоминает Готэм. Вот серьезно, серия в точь-точь напоминает. О, прекрасно. Еще извращенцы. Точь в точь. Блин, даже это, начало абсолютно такое же. Как долго я спал. Апокалипсис. Это действительно очень... Белая мужичка. Ведьма. Носферату? Точнее... Как это... Граф это... Орлок. Конечно, штурмовик, бьющийся башкой. Это реальным миром. Он слишком желтый. Мы упали в кроличью нору или попали в зазеркалье? Возможно, мы попали за радугу. У меня так много вопросов. Гитлер. Мы все здесь ради одной цели, чтобы показать, кто... Зачем мы слушаем огромный позолоченный шар, когда мы просто можем надрать друг другу задницу? О! Господи, сколько же тут реально колоритных персонажей. О, Властелин колец, Хоббит, Матрица. Я должна была это предвидеть. Да, надевай очки в следующий раз. Обучение с тех пор заметно улучшилось. Куда лучше? Маску? Окей, все понял. Резкая причина. У кого рот пошире? Как ты так делаешь со своим мечом? А, Гривус! Кто-то чересчур имбовый. Да нифига. Всем большое спасибо, Бигги Рен, что посетили мой семинар. Как стать больше, чем злодей на один фильм. Молодец, Локи. Роль здесь играет сексуальная привлекательность, чем ни один из вас не славится. Господи. Я обвиняю тебя в том, что ты член. Бог обмана. Я не верю в это. Я заплатил 75 немецких марок, и это был не настоящий Локи. Смитов будет достаточно. Я а, да, их же один тот же актер играл. Оу, oh, yeah. О, нет. В твоей внешности не хватает. Великолепный Джокер против хренового. Давай Джокера. Давай добавим улыбочку на это лицо. О, слава богу. Я думал, ты мне сейчас гол... Он испарился. Пудинг. Вокруг есть много других пудингов, сладенькая. Эу, проучим этого Джокера. С кем я сейчас разговариваю? О. Тебе нравятся страшные видео на YouTube? Блин, столько персонажей слэшеров. Это Джонни. Извините, я опоздал. Господи, сколько их здесь? Ты убил моего Джейсона. Не забывай, мы всегда работаем в паре. Какого Даже Чаки. В этой истории может быть только один темный лорд. Тогда им не будет младенец с постером, что если ринопластика пошла не так. Ты заключил часть себя в безделушку. Можно я украду эту идею раз 7? Плагиатор. Да. Действительно плагиат. О, да. Сам дар твой. Мне нравится это кольцо. Давай лишим тебе его. Да, мне неожиданно, что у Саурона есть жена. My precious! У тебя отличный вкус, маленький гоблин. Она магическим образом уменьшилась в размере?
Заткнись. Это самое лучшее колечко. Я слышал, тебе нравятся загадки. Не гуляй с моим сердцем. Т-1000. Осторожься, детка. Я самая Шварценеггер. Сволочь. Можешь остановить свои сырые каламбуры? Ты имела в виду отмороженные каламбуры? Нет, конечно. Черт, как холодно. Да. Каламбуры так себе у мистера Фриза. Эй, ваш упавший зверь упал на моего зверя. Песочный человек. Все, что ты построил, пойдет. Не люблю песок. Он забивается под... Энакин! Мумия, точно. Ты отстоен в песчаных артах. Кого ты изобразил? Себя? Мне было некогда тренироваться. Я знаю твои страхи, мальчик Дэви. Калямари? Эли, беги! Ты грязная птица. О боже. Чёртов Стивен Кинг! Здесь должен был быть каламбур, но мне слишком лень придумывать его. Я все никак не могу понять, где у твоего костюма соски? Как ты планируешь кормить своих детей? А как ты планируешь вообще кого-то завести? Ты знаешь, я подошел так близко, как никто не подходил, чтобы убить Бэтмена. Я выстрелил в него, в сундук. Ах, Кристофер Уокен. Возвращайся на болото, Шрек. Разве ты не на светлой стороне? Светлое, темное. Я предпочитаю свой цвет. Серый. Я вернулся во времени и украл твой магический талисман. О, нет. Спасибо. Вот истина. Кто использует пси-меч, умрет от пси-меча. Авада Кедавра. Это было заклинание или жизнь забрала свое? Я знаю, чего ты хочешь. Ах, чаровница. Белл, ты будешь... Шлем Гарри Поттера. Здорово, ведьмы! Сейчас вы увидите, что... О, да, Танос! Я владею Танос силой. Танос Майкл Джексон! А, да. В поисках утраченного ковчега. Я владею временем. Что происходит со мной? Последний крестовый поход. Я владею разумом. Слишком много информации! Королевство хрустального черепа. Я владею душой. Да. О, да. Не все камни могут быть полезными. Храм судьбы. Посмотрим, как много Индианы Джонса. Это летально. А ты будешь это есть? Геннибал Лектор. О, боже, о, боже, это он. Будь клёвым, Кайло. Глубокий вздох. А, деда, я не знаю, слышал ты или нет, я ушел от папы с мамой. Могу я пойти с тобой? Добро пожаловать в семью. Охренеть. Да уж. Кан? Ну да, я конечно. Я подожду и крикну еще раз, но я не собираюсь торчать здесь целый день. Ах, Стартрек. Тебе есть гнев? Лень, обжорство, похоть, гордыня и все остальное? Я искал тебя все это время. Спрей ничего не скажет. Эй, Бэйн, ты в порядке? Понятно, тревоги, темного... Нет, теперь уже Шумахер. Умри, пугало. Точно, Шумахер. Умри, железный дровосек. Чего? Железный дровосек. Умри, красивый лев. Саблезубый. Теперь... Боже. И армия. Вот договор, заполни его и поставь подпись на каждой странице. Мне нужны мои очки. Теперь ты не такая горяченькая льдышка. Ты на них-то хотя бы смотрела? Говорю же, она думала, что работа закончена. Не раздраконивайте меня, потому что мои крылья настолько, да, уже натуральные. Многовато здесь было джали и... Хочешь проверить лучше, что глайдеры или мечи? И крыльев. Ну не опять же, а? Опять джангл. Отрубите его! Не, Боба, Боба. Охотничий нож? Дэвид Боуи! Что ты сделал? Мой король! Король гоблинов, точно! О, какая ирония! Я хочу, чтобы убили всех людей. Окей, босс, а что с ее шеей? Эллинопланетяну! Марс атакует! И тогда я спас ее, а? И она сказала... Ах, муха! Кронендарган! Я говорю, да ладно... Реально, вот это очень жуткое дерьмо!
О, заткнись! Я не могу больше тебя слушать! Люди в черном. Довольно, я смогу с этим справиться. Лекс Лютер. Эй, прекрати жужжать. Из неудачного фильма Снайдера. Битлджус, Битлджус, Битлджус. Эй, я должен сказать, я действительно рад, что ты это сказал. Я буду прямо... Боже ж ты мой. Я была королевой выпускного. Они все когда-то смеются над тобой. А, Кэрри. Они все смеются над тобой. Точно, Кэрри. Эй, привет, кукла. Ты можешь забирать его, дорогуша, но знай, у этого парня мало чего в штанах. Злая извивается, как раз по мне. Она делает меня тверже. Да, Медуза Горгона делает тверже. О, королева. Дети, я прав? Блин, а ловко он с ней справлялся. О, да. Кинг Конг. Король взял королеву. Это большая честь для меня, но ты не мой тип. Откинула копыта. Тайфайтеры. Идите, мое травмированное потомство. Обезьяна не должна убивать обезьяну. Кинг-Конг, топовый бат... Убери от меня свои вонючие пальцы, ты грязная обезьяна. Да, обидно, Кинг-Конг, обидно. Я таю, таю в этом водопланетном мире. Блин, бедный Кинг-Конг. Выглядит так, как будто уродина убила чудовище. А откуда здесь взялись птицы? Кстати, да. А ты бог. Нет, Йозот. А что? Покажем им силу. О, да. Выбираю. Star Wars. Разрушителя. Никто ничего не думал или не говорил? Пятый элемент. Я ведь могу правда использовать штатив. Выбор был сделан. Доктор Осьминог. О. Война миров. Мощные твари. Неудивительно. Ау, луна. Кто-то сказал луну. Не знаю почему, но ты мне очень понравился, парень. Прощай, кошечка. Какой охлаждающий. Я даю тебе выбор, которого у меня не было. Я согласен. Почему все вечно заканчиваются пылью? Да кто его знает? Умер от обычной бактерии. Мое новое оружие выбрано. Обчхи, степной волк. А, путь стыда. Мы все с тобой, подружка. Вы хотите челюсти поиграть? Ну давайте поиграем. Монтана! Скажите привет моему маленькому другу. Битва ящеров. Смаук. И конечно же король. Годзилла. Годзилла, Годзилла, Годзилла. Ой, че это я делаю? Я не знаю. Хансу делает сейчас шляпы. Люблю немного японских суши. А, стоп, это Гансланда был? Джесси, ты мне что, накурил? Чё за хрень? Криминальное чтиво. Плохому парню. Посмотрите, как они уничтожили моего... Крёстный отец! Никогда, мистер Роботу. Самые эпичные роботы. Бросай. Нет, ты бросай. Столикам здесь не место. А даже нет, Далек здесь. Мой разум уходит. И Хелл. Блин. Столько роботов.
Черт. Бедный Магнито. Осталось немного, кто не был завербован агентом Смитом и чародейкиными чарами. Поднимите руки, кто хочет быть нагибатором-агентом в клевом костюме, а не дрестуном сотни глаз. А не слишком поздно менять провайдера? Предатели! Быстро избавились. Смитом. Тут такое дело. Нечто? Чёрта с два. Так, стражи. Блин, конечно, я не ожидал здесь увидеть нечто. Я просто свалю отсюда. Обожаю этот фильм. А, ну да. Ха. Куда ж без него? Что это реальный я. Опа, это действительно реальный я. Что скажет Один? Я не знаю. Обидится. Откуда ты знаешь это имя? Почему ты забрал мое копье? Ну сколько можно уже шуток про Марту, а? Боже, сколько трупов. Все девушки вместе. Мне нравится, как ты торгуешься, девушка, но только одна проблема. Я не из DC. Смотри. Я из Т2. Окей, это было неожиданно. Так, Феникс уже снесла целую кучу Смитов. Что дальше? Выглядит нехорошо. Окей. Мама. Он Скайуокер, это нормально. Не, вот это пипец как странно. Так, минус 1000. Если ты хочешь кричать, я отправлю тебя туда, где тебя не услышат. Да, действительно не услышат. Твоя мощь велика. Ну и кто же победит? Когда же вы не поймете? Да, он ее молодил. Что нельзя тратить время, ища силу. Нужно просто взять ее. Урок получен. Надо было прицепить перчатку к наплечнику! Действительно. Я не удивлюсь, если в третьих Мстителях так и случится. Лучшая перчатка для игры в бейсбол. А, ну да, она все это время в кольце была. Ты жульничала. Конечно, я же плохиш. Это то, что мы делаем. Харли Квинн. Ты... непобедимый злодей. Получается, Харли Квинн против Дэдпула? Еще до старта, но тогда бы не было всего этого веселья. Да. А если бы Годзилла выиграл? Как бы ты его запихивал в эту дырку? Интересный вопрос. О, девочка из DC и мальчик из Marvel. Я буду твоим Ромео, а ты будешь моей Джульеттой. Ты чувствуешь ко мне то же самое? Мне вообще интересно, откуда берутся татуировки и всякие шрамы, но мне кажется, тебе не хватает несколько ключевых мест. Не-не-не, не переживай, все вернется в полном размере, я тебе уверяю. Я правда не хочу вас перебивать. Так, кто ясно. Это? Где ты, психованная кукла? Кто вы, мистер? Ты умираешь от любопытства, не так ли? И я тоже умираю от любопытства. Черт! И зачем я поставил туда этот переключатель? Подожди-ка секунду, я знаю тебя. Ты Оскар. А? Сам это Оскар? Внутри золотого глобуса. Кажется логичным. Это правда. Я величайшая награда вашей индустрии. Нашей индустрии? Ты имеешь в виду преступления? Я имею в виду фильмы. О чем ты говоришь? Я не в фильме. Хотя должна была бы. Вы герои фильмов. Нет, я нет. Я Сирена Готэма. А, я все понял. Она еще не умеет ломать четвертую стену. Мы все герои фильма. Меня играет супермодель по имени Райан Рейнольдс. А тебя играет... Стой, ты смотришь наши фильмы с Земли? И я воссоздал вас здесь в мельчайших деталях, чтобы устроить великое развлечение. Интересная концепция. Как у тебя получается снимать с разных ракурсов? Я не видел ни одной камеры. Человек-паук помогает? Это не важно. Ты сказал, что я нереальная Харли Квинн? Нет, никакой реальный Харли Квинн. Ты единственная настоящая. Стой, что? Этого не случалось. Это случилось. Это супергеройская битва 5603. 5603? Каждый раз. О нет, это мир Дикого Запада.
Вы не вкладываете слишком много усилий в это каждый раз. Однако я продаю билеты на вас за очень хорошие деньги. И как много раз я победил? Этот был первый. Что? А она? Тоже первый раз. Если хотите спросить меня, то вы невероятный счастливчик. Ой, да ладно тебе! И кто обычно побеждает? Доктор Манхэттен. Мы вносим постоянные улучшения, и поэтому мы не знаем, почему он в этот раз проиграл тебе. Почему мы ничего этого не помним? И как ты возобновляешь битву, если мы все умерли? Я создал вас, да. И у меня есть силы пересоздать вас. Ты мог сделать это с самого начала? Я сижу тут целый день. Прямо сейчас да. Я пересоздам всех героев. Неожиданно. И посажу их обратно в клетки. И они забудут все, что с ними произошло. Вам двоим стоит отдохнуть. Интересно. Завтра будет новое шоу. То есть мы деремся друг с другом, умираем, ты нас воссоздаешь, и мы будем драться так вечно? Что нас, собственно, здесь держит? Что ж, я скажу, после того, как вы выигрываете битву, вы получаете незабываемый опыт. Да уж, незабываемый опыт. Шоу должно продолжаться. Время пересоздать злодеев. Интересно, что же будет дальше-то? Все, кто меня слышит, это сообщение от Джин Грей. Соберите все свои силы. Очнитесь! Джин. Боже, ты думаешь, я привык к тому, что в мою комнату вламываются голубые мужики? Что насчет Бордового? Я так тоже вариант. Мы слышали сообщение мисс Грей. У этого Оскара есть сила воссоздавать жизнь. Он должен быть остановлен. Мы были созданы для битвы, так что сделаем это. Рад видеть, что мы все на одной стороне. О! Просто мутант. Приведи мне всех, кого ты сможешь привести. Да уж. Вы имеете в виду героев? Нет. Жаль, что я его не заметил. Я имею в виду всех. Абсолютно всех. Интересно, что же будет в конце? Неужто эпичная битва против самого Оскара? Вау. Ставьте лайк, если вам понравилась моя озвучка, и подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся такие видео. Обязательно подпишитесь на автора оригинального видео ArtSpear, они очень большие молодцы, они вдвоем сделали все это видео. Также на моем канале вы можете увидеть другие анимации от ArtSpear, они сейчас перед вами. Ну что ж, с вами был Дри, всем пока! Not bad! Ну что ж, ребята... Это было просто великолепно. Качество анимации реально осталось на таком же хорошем уровне, как и в предыдущей серии. А количество отсылок, персонажей, ситуаций просто зашкаливает. Если был бы изменитель отсылок, он просто бы взорвался на этом видео. В общем, создатель оригинала ArtSpear получает огромный респект и лайк. Мистер Дрим, большое спасибо за озвучку. Также респект и огромный лайк. Это просто шикарно, серьезно. Очень заинтриговала концовка с Оскаром. Интересно, что же будет дальше? Неужто злодеи и герои объединятся в огромную команду? И мне реально интересно, что же такого сделает Оскар, чтобы попытаться их остановить? Вот реально очень интересно. И жду новую серию с нетерпением. Очень надеюсь, что это будет просто одна из самых эпичнейших и самых, наверное, огромнейших анимаций, которые есть на YouTube. Вот реально, пока что задело на такое, знаете, масштабное продолжение, масштабную битву есть... И это реально интригует. Ну что ж, жду с нетерпением новую часть. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и всем пока!